Нет, это не любовь у вас. Здравствуйте. Это скорее влюбленность, чувство, которое основано на том, что вы когда-то хотели, хотели что-то сделать, но не было у вас, видимо, такой возможности, не могли вы сделать то, что хотели, да, то есть вот вы, ну, не подошли к девушке из-за своей стеснительности, вот, и, соответственно, осталась вот эта вот фрустрирующая позиция, фрустрационная, точнее, правильно будет сказать, позиция, вот. Она вам сейчас, на данный момент, очень сильно мешает, и, собственно, именно для того, что вы когда испытывали к ней симпатию, да, что вы считали ее хорошей, вы считали ее классной, вы думали, что она самая лучшая, вернее, что вы сейчас тоже так думаете, что она самая лучшая, вот. И я не говорю, что она плохая, не говорю, что она плохая, просто речь идет о том, скорее, что вы ее идеализируете, вот. Любая идеализация, она ведет вот именно к тому только, что, что вы больше думаете о человеке, чем, ну, чем нужно на самом деле, да. Вот. То есть, тут вот такая история, это не любовь, по крайней мере, то, что вы сейчас испытываете, это не любовь. Вот если вы, допустим, к ней обратитесь, да, если вы, ну, начнете с ней взаимодействовать, к примеру, если вы начнете с ней взаимодействовать, вот тогда, в принципе, если вы, например, не разочаруетесь в ней, да, если, ну, если по-прежнему вы будете чувствовать какое-то желание к ней, там, потребность, там, допустим, быть с ней, и так далее, и так далее, и так далее, вот, то вот в таком случае, да, уже можно будет говорить о том, что у вас не любовь, именно, вот. Но пока что, говорить о том, что любовь у вас, я бы не стал. То есть, как бы, ну, влюбленность, скорее всего, есть. Вот, есть идеализация, есть, возможно, значит, привязка каких-то своих желаний к ней, да, то есть это вот, ну, вполне может быть такая история, вот. Но вот что это именно любовь, да, сказать на самом деле нельзя, к сожалению. Вот. Кроме того, то, что, да, ну, 10 лет прошло, там, срок довольно большой, вот.
И мне думается, что если бы вы ее любили, то, ну, наверняка вы бы вот за то время, на то время, что вы испытываете к ней чувства определенные, да, мне кажется, что за это время вы бы уже, в принципе, давно бы встретили кого-то еще, да, то есть, ну, какую-то другую девушку, вот, и, собственно, с ней начали бы взаимодействовать. То есть это вот куда более вероятная история, потому что, ну, вы видите, что человек счастлив, да, что ей хорошо, к примеру, вы видите, что ей хорошо, вот, и зачем, то есть, как бы, ну, для чего, да, продолжать пытаться а так, если вы это делаете, значит, вы это делаете же для себя, вы же это делаете для себя, потому что вам это нужно, потому что вы, ну, продолжаете стесняться, что у вас по-прежнему достаточно сложные отношения. С людьми у вас сложные отношения с девушками, вот, возможно, есть некая неустроенность в личной жизни, вот. То есть это вот, к сожалению, ну, такая вот история, на мой взгляд, вот, и, соответственно, здесь можно ответить вам, ну, вот, только так. Ну, исходя из того, что вы написали, да. То есть любовь это, ну вот, любовью это назвать никак не получается назвать это любовью, вот. Больше похоже на зависимость, больше похоже на потребность, вот, но не на любовь. Вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что это было полезно для вас. Более, значит, ну, более Более подробную информацию, более подробную информацию вы можете получить, значит, ну, пообщавшись, да, лично, приватно с психологом, вот, которого вы можете выбрать на нашем ресурсе, да, и человек, которого вы выберете, он поможет вам перестать жить прошлым, и либо вы
работать со своей стеснительностью, со своими комплексами, потому что, ну, стеснительность наша на ровном месте не появляется, да, как вы сами понимаете, стеснительности есть свои, в общем, причины, вот, стеснительности есть, в общем, свои, так сказать, основания, да, вот, и с этим тоже нужно работать. Так что я думаю, что если вы хотите вот, разобраться с этим, да, то помочь мы вам, безусловно, сможем. Вот, но для этого нужно более подробную информацию вас получить, вот. И я думаю, что тогда мы сможем вам помочь. Вот. А вот, в принципе, так, на мой взгляд, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Я надеюсь, что вы для себя сделаете какие-то выводы. Вот, и уже, соответственно, да, уже можно будет о чем-то говорить после того, как вы сделаете эти выводы. Вот. Значит, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задавать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.